Всем привет! Работа у нас идет полным ходом. Здесь уже Рушан все сварил. Вот так вот аккуратненько все сварил. Когда уже провнастил с той стороны сядет, и потом со временем потихонечку купим черную краску, и это все закрасим. И будет красиво, да? Аккуратно. Я думаю, нормально будет. Да? Черная красочка, подмажем здесь все, и нормально будет, и не будет это ничего в глаза бросаться. Появится возможность что-то сделать лучше, там уже можно будет переснять и переварить. Угу. Да у всех, даже вот у соседей точно так же сделано. Не, я имею в виду по материалу, потому что вот это... Профиль, конечно, было бы лучше. Вот мы узнавали, сколько он стоит, помнишь? Угу. Ну что, нам главное забор сделать, чтобы спокойно могли машину загнать, спокойно могли во дворе собаки бегать, а не ямы копать. Потому что, когда вы кто видел, да, у нас тут ворота вот здесь вот были. И у нас здесь, получается, под воротами, да, сколько? Под... Да, у нас вот эти вот булыжники, все, это машину не загнать, это постоянно эти камни убирать. Это было просто нереально. По времени бы уходило. Сейчас поставим нормально все и будет. Пусть не супер-пупер класс, ну, по крайней мере, будет поаккуратней. И возможность будет открыть ворота, загнать машину и тут же быстренько выгнать. Постирала вещи, вот здесь вот их развесила на солнышке. Сушится. Пока так, вот немного веревка оттянулась. Но ничего, сейчас уже буду снимать, они уже почти высохли. И буду уже вторую стирку ставить. Главное не сидеть на месте. Да? Да. Трудно из обезьяны сделал человека. Угу. Так что мы не сидим. Я уже весь обжегся, блин. Обжегся от этой сварки? А тогда ты одень кофточку или рубашку? Знаешь, как жарко? Жарко? Конечно. Я никогда не понимал, как вот в этих кевларовых костюмах сварщики варят. Ну, понимаю, какое обжигаться неохота. Ну вот, у них очень жарко, они же вообще не дышат. Чувствую, сегодня опять буду это. Плохо видеть? Uh-huh. Я говорю, как хорошо, да, что мы убрали этот весь виноград. Какая здесь вонь стоит, да, этого кисляка? Теперь не знаю, что делать, да. Это кто занимается этим виноградом, там они следят за этим, бац, собрали. И что нужно сделали, а когда он тебе не интересен, ты не пьешь ни сок виноградный, ни... Ну ничего ты не делаешь с этим виноградом. Зачем он нужен? Чтобы потом вот так вот ос собирать и мух этих. А они реально мне сейчас осы не дают работать, потому что ты работаешь и сидишь в маске, бах, что-то села, побежала. И думаешь, что я сейчас сгоню, блин, а это вдруг оса, блин. Я пару раз видел на плече осу. Вот, так опасно. А у нас он это, в доме на кухне осы. А представь, если дети еще маленькие есть, которые, допустим, только-только пошли. Угу. Они же будут все с пола подбирать или там это. Ну да. Ну ладно, все, я пойду кушать готовить. А у нас сегодня жарко. А Макс, смотрите, где Макс? Ну-ка, наверное, вам не видно, где Макс. А он спрятался, он лежит в будке. Вот, вылазит. Видите? Макс в будке был. Уборка территории. Да, она, блин, как дебилая. Я не знаю, откуда это все берется. Так, моя лопата. Совок, типа. Покажи, как она лежит. Смотри. Надо же, такая красивая. Тебе видно, как? Лапки, да, вот так. Ага. Ты вот так сядет как-нибудь. Интересно. Вчера я хотела ее вынести на улицу, на солнышко. Она как вцепилась мне когтями. Один раз выбили. Потом мы ее бегали сюда, ловили. По этой улице, вспомни. Но она тогда гуляла. Как мы летом. Да. Она нам жару давала. Все время заносились за ней. Она тогда гуляла, она еще, помнишь, поэтому. Такие круги давала. Ты знаешь, что плохо?
Вот эти сараи все разбирались, этих мелких камней. Вот это всего очень много. Уже устали это убирать. Понимаешь? А может граблями? А? Граблями? Я уже и граблями собирала. Хочется от каждого этого камешка, блин, избавиться. Видишь, здесь все. Камней, блин. Ой, вот здесь вот что-то еще. Растет. Мама, псы. А ты не показывала, как наши пацаны вырыли яму? Нет еще. Я вчера офигела, когда пришла. Мы приехали. Видали? Выкопали. Сегодня у нас вроде как последний теплый денек. Серьезно? Да. Ктю, Ктю, сюда хочет. Маленький такой с теплавку. А, села для мамки? Угу. Глязюки такие. Сладкий так. Не получается у меня рыша. Голова что-то резко заболела. А потому что погода будет портиться, поэтому. Выглядывает, смотри на меня. Пошел, посмотри в окошечко, кто там тебя встречает. Маманька с дочкой. Колесик. Хороший, хороший. Боится. Миша, вот эта лопата копает? А? Копает эта лопата? Оса, оса там. Оса большая очень. Мишан, там смотри, оса внутри. Сейчас и малыши начнут, он так на нее смотрит. Покажи туда. Какой. Они такие у нас толстенькие, хорошенькие. Прям такие крупненькие. Это все последняя кучка, да? Больше не будешь здесь подметать? Нет, я ту кучку беру. Вон Патрик все разнес. Я же вчера собрала кучку здесь. Патрик все он разнес. Как он из себя. Эх ты, безобразник такой. Пойду кофе попью, потому что что-то мне... Мне тоже, пожалуйста. Буду, тоже, тоже будешь? Да, у меня тоже. А молоко есть? С молоком будешь? Молоко есть. Ладно, пойду. Я с молоком покупаю. Сделай. Давай. Кофе, давай, скажи, приходи. Угу. Пацаны, 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 пацаны. Хороший такой. Какой же ты хороший, да, какой ты хороший. Представляете, я даже представить не могу, что Макса бы с нами не было. Патриот. Про Патрика вообще Патрик. Молчу. Патриот. Почему ты его патриот называешь? Прям так по-серьезному. Вот сейчас раздерутся опять, разбаловались. Так, Патрик, не приставай к Максу. Я вас не буду разнимать. А что ты хочешь делать с курятником? Я сейчас буду делать эту дырку. Патрик! Решила залатать? Блин, как же сильно болит. Подожди, она же сюда открывается. Да, правильно. Значит, можно повыше вот так делать. А ты как снимаешь? А вот так, да. Невозможно делать два дела одновременно. Да, поэтому это миллион раз пишу. Не надо. Подсказала. Блин, опасность. Э, Диана, кто с пистолетом? Никогда подержать не можешь? Ты же сказала, не надо. Подержи там. Я боюсь стоять, еще вылетит в глаз. Глаза закрой. Не вылетит.
Я не первый раз беру шуру. Шуру повел. Мама. Весь курятник там разбежится. Не боись. Просто... Боюсь, он тебя не идет, ты понимаешь. Нина, не кричи, соседи сейчас разбудишь. Ой, курей, то есть. Я просто это низко, видишь? Я стою. Все, молодец, спасибо, Маша, хватит. Не боитесь, слышала? Не боитесь. Все хорошо, а? Возмущается там женский пол, женский рот. Пониже, мне кажется, пониже чуть-чуть. Потому что там бы мимо пройдет рейки. А я вижу. Патрик, не грызи меня. Вот он прям под тобой лежит. Я поняла. Он ждет, когда ты начнешь кричать «Рушан!» Не буду. Ты же ушел. Не ушел? Под контролем все у него. Под контролем? Не только у меня, у тебя тоже, что ли? Главное не спалить твою штучку-дрючку. Да пусть он уже затянет. Маш, тяжело, мне, сила мне, нужна. Мне, нет, мне не хватает, дело не силы. Мне с табуреточки не хватает. Ты с этого стула свалишься. Здесь сила нужна. Нет, табуретки не хватает. Видишь, ты я с тут... табуреточки слетишь, дай. Ты с табуретки слетишь. Давай, только вот так вот, ладно? Ну, падай. Откроется, да, эта калитка? На уровне с калиткой там приделала эту деревяшку. Подожди, откроется, да? Откроется? А, он сейчас там так сюда все сделает. Зайка, не бери. Горячо же. Так. Ой, какие звуки неприятные. Куры возмущаются. Спасибо. О, ты слишком толстый, он не сможет, наверное, приделать. Как они туда? Как они туда? А можешь перевернуть? Нет, она там вся в какашках. А, да? А можешь мне шубу подать? Ну ты прям мастер вообще. Вот это будет сложно. Думаешь? Ну смотри, какая толстючая.
Еще он шуршам потом должен подтянуть все равно. А, ну это сама доска такая. Другой? Чуть. Ну, доска такая. Все, шурупы закончили. Там накручиваешь. Ай. Ну, давай еще. На. Смотри. Видишь, куры нервничают? А, видишь? Давай, что ты здесь ходишь? Чем я сильнее кричу, тем петух сильнее орёт. Патрик, ты почему кусаешь? Патриот, я тебя сейчас укушу. Фу. Понял? Ну не прям кусал, он прикусывает. Патриот! Пас. Ладно, еще один. Все. Все, теперь будет 100 лет держаться. Ну нет, конечно. Мы потом сделаем другой курятник. Это пока временный курятник. Вон батарейка горит. Пока потратиться на него не хочется. Патрик! Ну все. Никуда кури. Ты как снимаешь? Бочки на себе. Я думала, нельзя показывать курятник. Можно. Это крыс, не пугай их. Все, не пугай. Пошли, выключайся. Интересно, так сидят первый раз, вижу, что куры так сидели. Похоже, что у тебя первый раз куры. Металлоискатель показал, что там клад. Попробуй еще покопай здесь. Ой, я не люблю этот звук. Все, я вся в мурдрышках. Почему шифер здесь стоит? Ой, мамочка. Вот как копать-то? Интересно, догадались люди, для чего ты копаешь эту ямку? Да, пипец. Камни, да? Сильно глубоко не надо. Да господи, я по кругу хожу за тобой. Все нормально. Все хорошо. Думаешь? Конечно. Курица туда занырнет, а вылезти не сможет. Все прям мигает, мигает уже. Все? Да. Ну, слава. Как называется эта штука? Хмель. А, хмель. Все. Лопатки у нас нет. Ну ладно, какая разница еще. А кур для чего должны купаться? Чтобы не было блох? Или чтобы не лосили? Не знаешь, да? Сейчас
чем-то надо, да? Рушанчику его печку почищу. Буржуйку. А я вчера смотрю, она у него уже полная. Не надо ее. А я ее тоже один раз топила, у вас не было? Да? Да, днем прохладно было. Крафт пустого футболина, я пошла мыться. Прохладно, мы затоплю. Он так легко, оказывается, вниз положила газетку, сверху бревнышек, подожгла газетку, закрыла, и все разгорелось. 10 минут и тепло в ванну. Все? Да. О, да, нормально, пол ведра. Все, убегаем. Все? Угу. Все, пусть сами разбираются. Что им делать? Они, интересно, знают, да, что здесь купаться надо? Знают. Посмотрим. Начну здесь яйца высиживать. Ну все. Работать можно побольше. Подольше во дворе. Пацан такой. Ты рыжий такой хороший мальчик. Помочь тебе? Да. На, Макс. Гаечка спешит на помощь. Гаечка тебе нужна? Ладно, я готова. Ну все, давайте, идите. Тянки, вещи сохнут. Высохло, не знаешь? Нет, да, еще, наверное? Нет, еще. Ну да, еще. Еще недельку повисеть должны. Нет, это влажный. Да. Тебе нужно, да? Ну все, ладно, всем пока. Пока.